Всем привет. Пришла на работу сегодня я. У меня сегодня должен быть мужчина, и я хотела записать видео с мужчиной. У него там ноги, бикини, подмышки. Вот, планировала, значит, видео с мужчиной. И приехала на работу. Сегодня у меня был сынок, и он меня подвез на работу. Он едет раньше, ему дальше ехать. Ему надо раньше на работу, поэтому он меня подвез, у меня и было время. Я пишу своему клиенту, тягиваюсь пораньше, потому что я уже как бы подъезжаю к работе. Но мне пишут, я не приду, у меня же проблемы. И я такая, серьезно? А что ты раньше мне не сказал? А почему ты мне вчера вечером не сказал? Почему ты мне сегодня утром не написал? Напиши, скажи, голосовой ответь, позвони. Ну и вот, в общем, приехала, сижу вот теперь. Я тут же начинаю звонить своим девочкам, которым я отказала вчера, потому что у клиента много, много всего было, а там у меня как бы другие люди. Что я с ним могла бы двоих клиенток записать, поэтому времени не хватило бы. Звоню другим девочкам. Вот придет сейчас одна девочка, потом другая придет. Постараюсь с ними снять что-нибудь, но опять же, придут они на бикини и на ноги. Бикини показывать не могу. YouTube второй месяц подряд мне отключает монетизацию. Я не знаю, к чему он придирается, у меня там уже нет видео с бикини. У меня уже все закрыто. Есть по ссылке что-то, а есть в закрытом доступе. Но YouTube не хочет мне ничего этого подключать, говорит, давай, смотри, что. Не говорит конкретно, на какие видео, а просто говорит, просмотрите ваше видео, возможно, какие-то нужно будет удалить, а какие-то нужно будет там переделать, может быть. Я думаю так, что если сейчас я удалю даже то, что по ограничению по возрасту, либо по ссылке, он, скорее всего, докопается у меня еще и до подмышек, скажет, подмышки у вас там, кусок тела. Почему я увеличиваю? Я увеличиваю видео, потому что стараюсь как можно меньше показать тело, что это нога или что это там бедро, потому что он цепляется ко всему. Это пишет сцены сексуального характера. А нельзя показывать обнаженное тело, нельзя показывать гениталии. А все, что может привести к возбуждению клиента. Вот так вот мне пишет YouTube. Сцены сексуального характера, значит, у меня. Что мне теперь делать, я не знаю. Ну, я поэтому увеличиваю, потому что, когда я увеличиваю, там не полностью тело я показываю, показываю кусочек, вот кусочек тела, кусочек подмышки, кусочек тела чистого, кусочек около бикини. Я просто показываю свою работу. Я не знаю, как мне дальше делать видео, чтобы монетизировать свой канал. Я не ради славы работаю. Я монетизирую, я работаю ради бизнеса, ради заработка на Ютубе. Это, по-моему, вполне нормальное желание. Слава мне приносит только, то, что, во-первых, смотрит меня одни мужчины. Хотя канал я делаю обучающие. Я делаю обучающие видео и делаю там. Хотя мне говорят, твои видео уже типа как порнуха смотрятся. Да нет же. Я ничего такого там не делаю, я не возбуждаю клиента, я не какие-то манипуляции. Я делаю удаление волос. Как делала, так и делаю. У меня нет ничего такого. Да, я крупно, близко это показываю. В общем, что я хочу сказать. Возможно, как-то переделать надо мой контент. Но я поняла, что все, что хоть издалека это, хоть это близко, хоть это в плавках, прикрыто салфеткой, еще как-то я делаю, господи, как слово называется, заштриховываю все это, я прикрываю какие-то картинками какими-то. Я понимаю, что ужасно получается. Бывает, что это видео увеличиваю так, чтобы не было видно, что это гениталии, что, ну, как там удалять волосы. Дело в том, что когда-то, когда я искала, это было где-то больше 8 лет назад, я искала видео, как делать бикини. Потому что мне не хватило знаний, которые я обучила. Мне не хватило
практики, мне не хватило вообще ничего, я ужасно делала бикини. Ну, бля, я залипала, я делала больно, у меня все не получалось. И я клиент потел, краснел. Ну, это как у всех, кто не умеет делать. А, я искала, но я на ютубе, кроме ваксинга, ничего не видела, сахара не было. Ну, кто-то что-то там делал, но как-то это издалека так было, похоже, не было. Я смотрела, там где-то был, нашла, видела в бикини. Это все было издалека прикрыто, но мне так надо было узнать, как это делается там внутри. И я не нашла ничего. И я стала снимать, когда эти видео. Я увидела, что они пользуются спросом, хотя они пользуются спросом в основном у мужчин, да? И понимаете, что по-другому совсем.